Центральная часть Уссурийска на этот раз в поле зрения главы администрации. Прошлый такой выезд было несколько нареканий. Трава не кошена, на обочинах дорог грязь. Недочеты исправлены. Теперь появились новые проблемы. А почему у нас здесь вы сделали столько асфальта, а отвод воды не сделали? У них еще здесь есть вот каталоги, а там дальше вообще ничего нет. Ни куветов нет. Нет, там есть трубы, а куветов нет. Ребята, а чего? Значит, все будут дороги стоять. За летние месяцы в соответствие привели многие дороги центра, но на каждом участке один общий недочет – не продумана система отвода воды. В целом по Уссурийску этот вопрос стоит особенно остро. В сезон больших осадков и при паводках дождевому потоку уходить некуда. Евгений Корж определил срок для исправления недочетов. В принципе, асфальт уложен неплохо, но везде, практически везде нет нормального водоотведения. Я зачитал команду, мы не будем оплачивать деньги, пока не будет не только асфальт, но и самое главное – водоотведение. Каждый перекоп вдоль проезжей части и яма на дорогах – повод для остановки комиссии. Уссурийско-Дзержинского. Здесь в экстренном порядке во время дождей спасали частный сектор от подтопления. Там полностью воду, что отвезти не могли, кувету им накопали, мы просто вскрыли дорогу, положили трубу. Сейчас она немножко просядет, мы засветили. А вот на Куйбышево определен виновник всех людских бед. Овощебаза «Маяк» стоит на возвышенности, на ее территории сухо. Дома через дорогу захлебываются от воды. Проблема эта не решается уже много лет. Так вы стек воды сделаете, канаву нам сделаете. Такие выездные совещания главы администрации по городу дают реальную картину происходящего. По распоряжению Евгения Коржа в ближайшее время будут заасфальтированы проблемные участки на Пушкина и Новоселов. Специалисты говорят, масштабные работы будут проводить ночью, дабы не создавать заторы на дорогах. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.